Жилищный вопрос, проблемы здравоохранения, возвращение молодых специалистов в округ после окончания вузов, повышение пенсии, развитие физической культуры и спорта. Это неполный перечень тем, которые в Рио главы региона накануне обсудил с представителями окружного отделения партии «Единая Россия». Пенсионеры и строители, педагоги и врачи, предприниматели и чиновники на встречу с Игорем Кошиным пришли около 100 человек. Говорили о проблемах, которые существуют в регионе, и о путях их решения. Речь на встрече шла в том числе о необходимости капитального ремонта автомобильных дорог в Нарьян-Маре, о катастрофическом состоянии зимника, о строительстве жилья, о развитии оленеводства. Руководитель НАО отметил, цитирую, «Для того, чтобы развивать Ненецкий округ в нужном направлении, нам сегодня необходимо видеть общую картину его развития. Для этого нужно в целом менять подход к работе. Наша задача состоит в том, чтобы не просто раздать доходы окружного бюджета, но и получить от этих доходов отдачу. И одному мне с этим не справиться, поэтому я и пытаюсь вовлечь в процесс принятия решений все население округа». Конец цитаты. Говоря о проблеме возвращения в округ молодых специалистов, получивших образование в высших учебных заведениях, глава НАО вновь подчеркнул, что основным приоритетом развития округа на сегодняшний день остается строительство объектов жилищной инфраструктуры.